38-летняя Ксения Собчак вместе с 44-летним мужем Константином Богомоловым и 3-летним сыном от первого брака Платоном отдыхает во французских Альпах. Семья занимается спортом на горнолыжном курорте Куршеваль. Сегодня во время подъема на фуникулёре телеведущая решила взять интервью у своего супруга. Второй день вашего катания на лыжах. Скажите, есть ли будущее у российского лыжного спорта? Задала ему вопрос Ксения. «Безусловно, в моем лице, и ты это понимаешь», — ответил режиссер. Собчак поинтересовалась, кто мотивирует ее избранника. «У тебя очень симпатичная инструкторша», — сказала она и навела камеру на девушку. «Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг. То есть запретом нашим спортсменам выступать», — заверил жену Константин. В связи с запретом россиянам выступать под флагом родной страны блондинка поинтересовалась у Богомолова, поедет ли он под нейтральным флагом. «Я поеду только под российским флагом. И более того, с допингом», — пообещал тот. Ксения опубликовала снятое видео на своей странице в Инстаграм. «На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям», — написала Собчак. Она похвасталась тем, что научила сына кататься на горных лыжах. Эпатажная телеведущая отвела Платона в младшую группу обучающихся детей и заставила мальчика подняться на склон. Ксения выложила фото насупившегося Платона. «Пока какой-то грустный», — написала поклонница звезды, Наталья. «Там были рыдания, мама, не хочу на гору, но потом он мужественно принял свою судьбу», — ответила она. Бывшая жена Максима Виторгана также сделала селфи без макияжа. «В катании самое главное — это, матерое слово, его синоним устать. Прим. Ред. И вот так лечь потом, ножки вытянуть, уже без педикюра. Потому что в шерстяных носках педикюр у Хана. Ради этого на трассу все и выходит», — рассказала Собчак. Ксения в конце декабря спровоцировала скандал заявлением, что женщинам в возрасте 40+ не следует обнажаться перед камерой и публиковать сексуальные снимки. После этого звезды устроили голый вдешмоб. Собчак потроллили Анна Седокова, Светлана Бондарчук, Елена Валюшкина, Эвелина Блёданс и другие артистки.